Боже, милостив будь ко мне грешному. Создал меня, Господи, ты и помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешника. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем херувимы, и достойную большего прославления, чем серафимы, безболезненно родившую Сына Божия. Истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Благослови, Господи Иисус Христос, Сын Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силы честного и житарящего креста и святого ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благую души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песнь отглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится, со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Царю и Богу нашему. Сто третий псалом. Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивный велик, Ты облечен славой и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горные чертоги Твои, делаешь облака Твои колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеяние, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От прищения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил на них, для них. Ты положил предел, к которому не перейдут, и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут воды. Поют всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. И вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщается древо Господа, кедры ливанские, которого он насадил. На них гнездятся птицы, ели жилище аисту. Высокие горы – серна, каменные утесы – убежище зайца. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во времени ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются, и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот Леофан, которого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу в их свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку Твою, насыщается благо. Скроешь лицо Твое, метутся. Отнимешь дух их, умирает, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники из земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя Господа. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Микрофон не включен. Микрофон не включен. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои достойные уста, восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Остану, зная, посреди ночи приношу Тебе песнь спаси, и припадаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. После сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе. И по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе. Помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, иди в царство Твое вечно. Ибо Ты мой Творец и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долг земли, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дари нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придет со славой за каждого по делам Его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение, во веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блести мою бедную душу несчастную жизнь, не оставь меня грешным, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь.
Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверны, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слав. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Ольга, Анатолий, Виталий, Георгий, Дмитрий, Станислав, Екатерина, Елена, Ирина, Рогиль, Сергей, Василий, Ивану, усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с собою, благословен Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй самого духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителям и братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан, подай им Твои земные и небесные блага и лиши их милости Твоих, посети их, укрепи, и силой Твоей даруй им здравие и спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственникам, благодетелям всех православных христиан, прости все грехи вольные и невольные, и дар им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, которые предаем на Твое попечение защиту. Положи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, застой крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи им благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, молитву Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Господи, Боже наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели свои изучаемые предметы, потребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего свое спасение, потому что Ты источник премудрости, Тебе славу возносим, всегда ныне присно и во веки веку. Аминь. Аминь. Молитесь, Игнатий. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителя и сродников, благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диомида, Тихона, Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Навума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Липи, Андрея.
Максима, Владимира и Глеба не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска Корнелия, Александра Диодора, митрополита Тихона и весь священнический и иноческий чин. Если угодно, дай нам еще священника. И высшие истинных служителей миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Смири власти воинствах, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, и сохрани их от покушения на них. Умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было еще уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и дару мира Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Слава тебе! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия, это дар неба. Благодарю, Господи, Тебя за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Воззри на врагов. Закроем доступ по ношению истины. Примири их с нами, если угодно Тебе. Не дай им погибнуть. И в судный день не помяни их безумие. Умягчи их сердца. Благослови благодетелей наших. Воздаем добром всей жизни и в будущее. Елену, Людмилу, братья Евгения, Наталью, Эдуарда, Надежду, Юрия. И найди отступников Николая, Михаила, Андрея, Александра, Юлию и Максима благослови. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Хвала тебе, наш Господь. Все наше родство найди. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Путешествующих Раису, Льва, Виктора, благослови и возврати. Хвала тебе, Господи. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, к которому мы прибегаем, единый во Святой Троице, нераздельный и неслиянный. Хвала Тебе! Будь милостив ко мне грешному, спаси и помилуй. Посети болящих, дай силу перенести страдания и пошли мне исцеление глаз, если угодно Тебе. Посети болящих Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Алевтину, Людмилу, Надежду, Людмилу, Марию, Александру, Неонилу, Неонилу, Татьяну, Татьяну, Нину. Хвала тебе. Господи, сохрани наше сокровище в интернете и книги здесь и в пути. И благослови трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Гаврила, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава, Владислава. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Слава тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими.
Господи, воздай добром, благослови всех, помогавших нам совершить миссионерское путешествие. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Людмилу и Надежду. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю тебя, мой ангел, сколько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным, дабы было из чего помогать нуждающимся. И каждому дарую жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, и те пророки Божии, Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие. Ты апостол Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм Смирский, Устин, философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Благослови Вениамина, Анфима. Даруй им истину и веру, устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Сарубский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь православной вере и сохранит, а замысли еретиков разруши и развей, в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроника Юния, Киприана Устина. Молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание и молчание женам и девам.
целомудрие и стыдливость. И сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятно перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них ради голгофских страданий и крови Твоей пролитой просим. Услыши и исполни. Аллилуйя. Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен Ты еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни моей, ибо Ты благ и человеколюбец. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Будь милостив ко мне грешному, Господи. Прости и помилуй, и сохрани. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, еже не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Доброе утро всем! Аминь! Спаси Христос! Доброе утро! Слава Иисусу! Спаси Христос! Доброе утро! Аминь! Доброе утро! Садись! Я сегодня встану. Так, все. Я сегодня с Таней еду в город. Давай, по делам своим. Давай, запомни, один раз и никуда. И не отступай, сейчас везде лед, грохнешься, вот тут будет вонище-то на все окрестность. Ни шагу никуда, за руку держись. Шарится по городу. На одном месте ходить не может. А сейчас снег и застыла вот это. Она на нем как, ну, скользко очень. Воробей не может садиться, бывает, и юзом идет. Сейчас-то не так еще, а было так.
Белый-то еще-то как он не вылазит, он как застрял там или еще, или ушел. Значит, сегодня надо убрать двух кошек. Я все сделал, только мне их надо поймать, это буску эту принести сюда. Никак, значит, тогда в этом взять. Ну да нет, лучше так. А его на туда сегодня тепло, пусть он день-то будет вечером снять. Кошек-то тобой. Оля, у тебя не записано, где мы остановились? Я все нашел, и она оделась. Шестнадцатая, значит. Он долго ищет.